Егендікольский район – один из районов, где в последние годы улучшается как благосостояние населения, так и качество дорог. Значительное влияние на его развитие оказала программа развития регионов. Благодаря этой программе из областного и местного бюджета выделены средства. На асфальтирование улиц села Егендыколь и Полтавская потрачено около 150 миллионов тенге. За счет средств местного бюджета также были отремонтированы улицы в Армавирском сельском округе и Волокольском сельском округе. Благодаря поддержке руководства области в этом году было улучшено качество улично-дорожного покрытия 22 улиц в 4 населенных пунктах нашего района. В Егендікольском районе успешно реализуется программа «Ауыл ел бесігі», способствующая решению проблем в сельской местности. По данной программе из республиканского бюджета было выделено 203 миллиона тенге на реализацию 7 проектов. Проведена работа в селе Егендіколь по ремонту внутрипоселковых дорог. Заасфальтировано 7 улиц. В ближайшее время ожидается ремонт дорог областного значения. Айгерим Бегенова, Фариза Асылбекова, Дархан Мужубаев, Берег Манап, Кокши Акпарат.